Приветствую всех на моем канале. Добро пожаловать всем присоединившимся. Сейчас мы едем в город Санта-Фе из Албукерки. Дорога занимает в районе 45-50 минут. Я сегодня не за рулем, за рулем сегодня муж. Дети уснули, а я поснимаю вам ландшафт, прекрасные виды нашей природы. Кстати сказать, вот именно в такой природе, именно вот в этих местах очень часто у нас снимаются фильмы. И даже некоторые знаменитые фильмы сняты именно у нас в штате и вот где-то вот между Санта-Фе и Альбукерке. Такие фильмы, например, как «Ковбои против пришельцев» у нас были сняты, «Тор» был снят у нас, по крайней мере, первая часть. Не полностью, там частично они снимали в Лос-Анджелесе, а частично у нас. Вообще, Нью-Мексико является третьей площадкой по съемкам кинофильмов. Первая — это, конечно же, Лос-Анджелес, вторая — Нью-Йорк, и третья — это Нью-Мексико, потому что у нас своеобразная природа вестерн. Очень многие фильмы в стиле вестерн сняты именно у нас. Поэтому наслаждайтесь природой, а позже я к вам вернусь. Позвольте рассказать несколько интересных фактов о городе Санта-Фе. Санта-Фе был основан в 1610 году, соответственно, ему более 400 лет. Это самая древняя столица во всех штатах. В этом городе проживает в районе 80 тысяч человек. То есть город небольшой, окружен горами. Здесь очень чистый воздух, находится над уровнем, до 7000 метров над уровнем моря. Город, соответственно, достаточно древний и исполнен в стиле смешанный мексиканский, индейский и, конечно, с добавлением других различных культур. В основном проживают здесь испаноязычное, англоязычное население и плюс различные трайбы индейцев. Ну, как правило, все индейцы в Соединенных Штатах, они говорят также на английском языке. Живут они в рекреациях и немножечко, так скажем, в стороне от города. У нас здесь насчитывается, ну, я думаю, в районе около 10, а то и больше трайбов. Что еще рассказать про Санта-Фе? Город очень приятный, очень интересный, красивый. Позже я сделаю отдельное видео именно о городе Санта-Фе. Я засниму центр города и достопримечательности. Весьма интересно будет. Поэтому продолжайте смотреть наше видео.
также отметить, что город Санта-Фе является арт-центром. В городе Санта-Фе расположено в районе 250 различных галерей и музеев. Также продается бесчисленное количество различных сувениров, поделок, очень много ручной работы из камня. Конечно же, в частности, очень много индейских украшений, очень красиво. Когда я поеду в центр города, я обязательно это засниму и покажу вам прекрасные галереи. Как раз таки въезжаем в город. Вот там вдалеке виднеется Walmart. Сейчас тут машинки загораживают. В общем, в этом Walmart я работала. Я работала там 2 года. Дорогие сердцу места. Мне там нравилось работать. У меня были отличные коллеги, приятели. Да и вообще магазин у нас был отличный. Я там работала сначала кассиром, вот, а потом супервайзером. К сожалению, пришлось уволиться в связи с беременностью. У меня была достаточно тяжелая беременность, потому что двойня, и мне был показан постельный режим в 60-70% в течение дня, поэтому мне пришлось уволиться с работы. Так, продолжаем подъезжать. Ну, точнее, мы уже въехали в город. Мы сейчас направляемся, едем к брату мужа. То есть здесь живут несколько его братьев и сестер. И каждые выходные, ну практически каждые выходные мы встречаемся, проводим вместе. То есть также, как правило, все праздники мы отмечаем вместе. Они очень дружные и любят проводить время друг с другом, семьями. Pumpkin jump, pumpkin jump, pumpkin jump, jump, jump. Pumpkin jump. Вот мои тыковки прыгают. Вот они мои тыковки прыгают. Pumpkin jump, pumpkin jump. Ой, careful there. Pumpkin jump. Ой, Калитос, аккуратно, зая, осторожно. Упал, вставай, вставай скорей. Вставай скорей. Так, ну вот мы уже дома. Вернулись не так давно, готовимся ко сну. Сегодня день прошел замечательно. Поездка в Санта-Фе удалась. Мы провели время в кругу семьи. Дети поиграли с кузенами. Я их сегодня снимала не так много, просто как-то они попрыгали. В машине они спали. Поэтому сегодня немного иное видео получилось. Я желаю вам всего самого наилучшего, доброго времени суток. И еще раз спасибо за поддержку канала. Надеюсь, что в будущем вы будете продолжать смотреть наши видео. Всего доброго!